миллионами. Дмитрий Николаев, Матвей Попов, Вести. В Туле сегодня начался фестиваль «Тула-Тех». Это первый всероссийский фестиваль в области промышленности. На площадке завода «Октава» для гостей устроили лекции, соревнования и мастер-классы, в том числе по робототехнике. Временно исполняющий обязанности губернатор области Алексей Дюмин также присутствовал на открытии. На площадке будет создано офисное пространство для молодых предпринимателей в сфере высоких технологий и производства. Повышение престижа рабочих специальностей, создание условий для человека труда – одна из наших приоритетных задач региона. Достижению этих целей очень способствует проведение в Туле чемпионата «Молодые профессионалы», а также первого всероссийского промышленного фестиваля «Тула-Тех». Сегодня день российского кино, и впервые в стране его отмечают не